Ну что же, уважаемые дорогие, я на секундочку всего лишь скромно напомню о том, что сегодня мы с вами весь вечер, все эти нескромные 120 минут являлись свидетелями сольного проекта Карины Волокитиной, а это выпускница эстрадного отделения колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. И по вашим аплодисментам хочется понять мне, как вам было. Хорошо? Слушайте, я сейчас волнуюсь не меньше Карины, но мы двигаемся к кульминации, и неизбежен тот момент, когда мы с вами буквально на некоторое время назад озираемся и видим, как Карина начинала этот концерт. Прямо сейчас хочется ее и пригласить для того, чтобы она его закончила. Под ваши аплодисменты, неподражаемая Карина Волокитина, встречайте!